Легендарные батыры, величественные ханы и их советники Бии ожили в этот день в Павлодарском детском саду номер 6. Причиной тому стал городской театрализованный конкурс «Улы-Дала Урпага». Главной целью нашего мероприятия является привитие интереса дошкольников к истории родного края, к истории своей родины. И через театрализованные представления усилить, укрепить сотрудничество педагогов, родителей и детей дошкольного возраста. Артем Карабашев перевоплотился в роль хана. Точь в точь ребята постарались реализовать события войны с джунгарами. Мы собираемся и уходим воевать, собирать воск. Потом прибегают джунгары рядом с юртой Тулеби. И Тулеби говорит, что на Шанараке гнездо ласточки. И джунгары его обращают, говорят, что это народ добрый. И уходят. В конкурсе приняло участие более 80 детей из городских дошкольных учреждений. Призеры будут награждены грамотами от отдела образования. Сабина Рахимбай, Даулет Кушкербаев и РТС Ахпарат.